Всем привет! Вы на канале «Вкусно дома» и с вами я, Ольга Молодцова. И сегодня мы будем готовить очень вкусный шоколадно-кокосовый рулет без выпечки. Он очень легко готовится, обожаю такие простые рецепты. Итак, давайте посмотрим, что нам сегодня понадобится. И начнем мы с того, что приготовим кокосовый крем. К творожному сыру всыпаем сахарную пудру и кокосовую стружку. И теперь нам это все нужно размять, соединить до однородной массы. Крем в итоге у нас должен получиться очень густым и хорошо держащим форму. И сейчас займемся основой рулета. И для этого печенье измельчим в очень мелкую крошку с помощью блендера. Дальше к этой крошке добавляем сахар и какао-порошок. Все перемешаем так, чтобы все ингредиенты соединились равномерно. И добавим молоко. И дальше все как следует промешиваем до однородности. В итоге у нас должно получиться вот такое мягкое, податливое, но хорошо держащее форму тесто. И теперь раскатаем это тесто на пекарской бумаге тонким слоем. У нас должен получиться прямоугольник. И теперь эту основу покроем нашим кремом. И теперь все скручиваем в рулет с помощью пекарской бумаги. И отправляем наш рулет в холодильник примерно на час, пусть застывает. Можно это сделать прямо вот в этой пекарской бумаге. Готовый рулет нарезаем на порции. И сверху присыпаем сахарной пудрой. Вот так легко и просто приготовить этот рулет без выпечки. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и пишите мне комментарии.